Проблемы и перспективы политического, экономического, образовательно-культурного, экологического развития макрорегиона Большого Кавказа и Передней Азии обсудили в СОГУ. Исследования специалистов в дальнейшем смогут использовать в работе госорганы. Напомним, в СОГУ по инициативе Алана Огоева открыли международный научный центр. По словам директора центра, в ближайших планах совместные исследования ученых из различных государств макрорегиона, образовательные и издательские проекты. В рамках этого научно-исследовательского консорциума будут сформированы исследовательские группы, в которые будут входить представители этих стран, этих регионов, и которые будут изучать проблемы политологии, экономики, экологии, культурологии.